Привет, дорогие мои сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал. Ребят, сегодня у нас просто великий день в нашем комьюнити. На самом деле, YouTube не просто так отмечает 100 тысяч вот подобными серебряными кнопками. Для ютубера 100 тысяч это действительно большое достижение в карьере блогера. Несколько лет назад было легче набрать аудиторию, сделать заявление о себе, не особо заморачиваясь с технической точки зрения, назовем это так. Сейчас YouTube форсирует блогеров быть более креативными, заморачиваться с технической точки зрения и относиться к блогерству именно как к работе, к самой настоящей работе. Кто говорит, блогерство легкий труд? Ребят, сложно. Сложно, и я не спорю. Но вы должны этим болеть, вам это должно приносить огромное удовольствие, вы должны быть блогером в душе. Вот тогда YouTube со всеми его сложностями. Это действительно очень занимательно. Это восхитительная работа, и я очень рад, что чуть более 3 лет назад я решил стать блогером на YouTube. И упорно, у меня не было ни единой недели за 3,5 года, когда я не выпустил бы 2 или 3 видео, как минимум, на 2 моих каналах. Поэтому я, на самом деле, очень продуктивный, но, опять же, упертость — это одна из черт моего характера, и который на самом деле очень помогает в таком достаточно сложном деле, как YouTube-блогерство. Блогер один, без комьюнити, без сообщества, он не может состояться. Сообщество на YouTube у каждого блогера — это гигантская часть, на самом деле, вот этой машины, которая называется YouTube и блогерство, в принципе. Поэтому, ребят, сегодня у нас с вами действительно огромный шаг. Ребят, нас 100 тысяч, господи, нас 100 тысяч. И вы знаете что? Вот у меня есть ощущение, и я знаю, это ощущение есть у каждого из вас. Мы с вами на пороге чего-то очень большого. Наша комьюнити — это самая уникальная комьюнити на YouTube. И я очень рад, что мы вместе вот в этой лодке. И ох, нас ждет очень занимательное путешествие. Как я обещал, как только нас будет 100 тысяч, в качестве дополнительного бонуса или благодарности, я хочу раскрыть немножко кухню, как я снимаю, где я снимаю и как это все выглядит. Сегодня у нас вторая часть. Первая часть у нас была очень техническая часть, где я рассказывал, какое освещение я использую, на какую камеру снимаю, как выглядит моя студия с технической точки зрения. Какие линзы, какие микрофоны, все в мельчайших деталях. Это видео вышло вчера. Сегодня у нас такое очень запрашиваемое, на самом деле, видео. Рум-тур. И это не столько рум-тур, потому что, на самом деле, моя студия — это просто часть моей спальни. Рум-тур по студии — это что вы видите на картинке, все, что есть сзади меня. И, на самом деле, я считаю, что интересный, красиво подсвеченный, уютный интерьер — это огромная часть того, что делает наш канал таким уютным, домашним, и куда хочется постоянно возвращаться, потому что здесь всегда пьют очень вкусный кофе, и здесь всегда рассказывают очень интересные вещи, обсуждаем самые острые сплетни в очень уютном месте. Ребят, давайте по порядку. Сзади меня всегда стоит полароид. Этот полароид мне подарила моя сестра. Одно дело, он очень фотогеничный, этот полароид, а другое дело, она подарила его мне в тот момент, когда я только переформатировал этот канал в канал сплетников, и я тогда делал свой первый и единственный конкурс на этом канале, когда я разыграл 10, кажется, 10, я сейчас уже забыл, это было почти полгода назад, наверное, 10 фотографий с автографом. Вот с тех пор стоит у меня сзади меня этот очень фотогеничный фотоаппарат. Около фотоаппарата всегда стоят вот эти 3 Микки Маусы. Они с огромным количеством артикуляции, то есть они двигаются, у них абсолютно все. Двигаются у них руки, ноги, голова, все что угодно. И их можно менять, менять им головы, хвосты, все что угодно с ними можно делать. Это игрушки от Medicom. Это одна из моих самых любимых компаний, которая находится в Японии. Это компания Medicom. Они делают самые уникальные игрушки на свете, я считаю. Достаточно дорого, да, это 100%, но я обожаю Medicom за их супер качественные коллекционные игрушки. Это именно, конечно, игрушки не для детей, это коллекционные игрушки для взрослых коллекционеров. И я просто обожаю Medicom, и практически все игрушки, которые у меня есть, вот сейчас на заднем плане, это у меня Medicom. Вот в этом месте у меня всегда стоит вот такой смайли. Смайли — это на самом деле тоже коллекционная игрушка. Художник Рон Инглиш. Это подарок мне от моего очень хорошего друга.
На самом деле, мы встречались несколько месяцев, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. Но это были восхитительные воспоминания, это было восхитительное время, которое мы провели вместе. Это был человек, который дарил мне самые интересные подарки, на самом деле. Я человек, который коллекционер игрушек, и для меня нет ничего ценнее, чем коллекционная редкая игрушка. И человек это знал и дарил мне сюда очень редкие вещи. Это копилка, вот такая копилка, которая шла вот в таком пакете, все пакеты сохраняю. Но, что самое удивительное, она с автографом самого автора игрушки, самого Рона Инглиша. Я очень ценю эту копилку. Во-первых, потому что выглядит клево. Во-вторых, конечно, это коллекционная вещь с подписью самого художника. И, конечно, это память о хорошем друге, с которым, к сожалению, мы больше не общаемся. Но очень ценю эти подарки, и они мне очень-очень дороги. Вот этого медведя, который всегда сидит у меня сзади. Боже мой, ребят, это тоже какой-то был художник из Японии. Сделан медведь тоже в Японии. И купил я его сам на eBay, я думаю. И купил из Японии. И стоил, наверное, вот честно говоря, вот эти вот игрушки коллекционные для взрослых коллекционеров. На самом деле, для того, кто не собирает, кому не интересно коллекционирование игрушек, для них это ерунда. Пупсик для детей стоит не то 170 евро, не то что-то в этом роде. Он двигается ручками-ножками и сделан в таком, знаете, классическом формате немецкого винтажного медведя. И вот такой вот медведь у меня стоит. Очень люблю его, на самом деле, одна из моих самых любимых игрушек, хотя очень простая и куплена совершенно без подготовки. Просто рандомная покупка, наверное, лет 7 назад купил на eBay, и до сих пор моя одна из моих самых любимых игрушек, которые у меня есть. И, на самом деле, не очень дорогая, но вот она есть. Кто знает Тимати, он очень большой коллекционер Bear Brick. Bear Brick — это, опять же, игрушки от Medicom, и это очень популярные игрушки для взрослых коллекционеров, и это мой один из самых любимых моих Bear Brick'ов. Я не помню, что за художник. Вы знаете, дизайн каждого медведя делает один из художников, который вот современные художники, да, и они всегда очень лимитированного издания, и вот этот вот Bear Brick, я купил его в Осло, я был тогда в Осло, купил из Японии, пришел мне, наверное, лет 5-6 назад, и вот он такой розовый, блестящий, красивый, один из самых моих любимых Bear Brick'ов, на самом деле. У меня тоже большая коллекция, но вот то, что у меня стоит сзади, и особенно вот мой здоровый большой Bear Brick, тоже как у Тимати. Но он коллекционирует вот этих вот здоровых медведей, которые доходят до 10 тысяч долларов за штуку, но тем не менее, вот этот Bear Brick, я не знаю, сколько он сейчас коллекционен, но я его обожаю, и он мне очень-очень дорог. Это уже корейская фирма, которая делает тоже вот под влиянием Medicom, они делали медведей, эти стали делать зайцев. Это известный Козик, это известный американский художник. И вот он был дизайнером вот этих медведей. Я люблю, на самом деле, розовые игрушки. Розовые игрушки, они очень клевые. Вот, и вот этого зайца я тоже купил. Ой, блин, давно, я еще учился в Праге в киношколе. И вот этот вот розовый заяц мне тоже стоит всегда на заднем фоне. Его, конечно, не всегда видно, но он стоит там. Вот здесь у меня около розового Bear Brick'а стоят у меня вот такие Bear Brick'и. Это у меня два белых и два черных. Вот там стоят еще два, один черный, один белый. И это у меня была лимитка, которую они делали коллаборация вместе с Radius. И у них еще есть такие специальные подставки, на которые можно заряжать iPhone. И это медведь не просто медведь, но здесь у него в ушах еще колонки. То есть его можно использовать как спикеры. Но они настолько клевые, что я в свое время купил их вот по две штуки, потому что настолько они клевые, у меня по всему дому стояли эти зарядки для телефона, еще для старых айфонов с этими широкими зарядками, поэтому сейчас их использовать под зарядки нельзя, но они настолько крутые, они настолько классно выглядят, вот белый и черный, вот с хромированной задней частью и разница в цвете только спереди. Восхитительные Bear Brick'и, и я их просто, блин, обожаю. И сзади тех Bear Brick'ов у меня стоит вот такой вот гигантский. Это Super 7 Kitty Fire. Это тоже японская фирма. Они делают такие Каю монстров. И они просто восхитительные. Это репродукция 71 года. И вот такой гигантский Каю монстр у меня стоит сзади. Купил его по дешевке на eBay. А вообще он шикарный, конечно. Он выглядит как лист анаши, я думаю. Да, ним, наверное, так он выглядит. Или как кленовый лист, кто что видит, да? Восхитительный Каю монстр, мне он очень нравится, во-первых, своим размером. Обычно такие большие игрушки в Японии не делают, но этот вот такой уникальный Каю монстр. И купил я его достаточно дешево, наверное, евро за 170.
Сейчас я даже не знаю, сколько он может стоить, но он супер прикольный, он огромный, он такой, знаете, стейтмент. И для коллекционеров, кто коллекционирует Каю монстров, на самом деле Каю монстры, они просто гиганты во взрослом коллекционировании игрушек, поэтому кто знает, о чем я, те пускай облизываются, но да, очень клевый монстр, я его очень обожаю. Вы посмотрите, как он классно выглядит, эта покраска, ух, стоит каждая пенни. Вот это у меня обыкновенная полка из Икеи, и вот здесь у меня два гнома, столики от Картель и дизайн Филипп Старк. Я обожаю своих гномов, их, правда, к сожалению, не видно, они мне всегда в темноте стоят, но я знаю, что они у меня там, и они мне очень дороги. Восхитительные гномы. Здесь у меня совсем другая коллекция. На вот этих двух столиках от Картель я стал собирать новые игрушки от Каус. Каус — это вот просто неимоверно дорогие, редкие коллекционные игрушки. 4 штуки у меня есть, и они просто восхитительные. Они выглядят просто шикарно. Это моя новая страсть — коллекционирование Каус. Но я быстро не могу, потому что дорого и сложно найти оригинал. Поэтому вот такие игрушки у меня от Каус. Вот такой вот розовый. Просто классика жанра от Каус. Вот такой вот здоровый парень. Обожаю его. Какой же он клевый. Здесь у меня небольшой ланчбокс в виде Hello Kitty. Там я храню мелочи, которые мне дороги. Вот так он открывается. И там можно вот баночка для риса. И там еще что-то, что вы хотите с собой брать в виде ланчбокса. Восхитительный ланчбокс. Таких ланчбоксов я нигде не видел. Купил я его в Японии. Видит он голова Hello Kitty. И я обожаю его, и он у меня стоит рядом с моей небольшой коллекцией Hello Kitty, доктор Романелли для Medicom. Это у нас был 2009 года коллекционные игрушки, это тоже Medicom, сделаны в Японии. Вот у меня одна винтажная версия, одна оригинальная, лимитированная коллаборация Medicom и Куолома. Это какая-то сеть в Японии, насколько я понял. 2008 года коллаборация. Супер лимитка, которая давно распродана. Видите, у него тело как у Бербриков у всех. Вот, ну вот такой вот медикомовская моя кошка. И я ее обожаю. Многие меня спрашивают, что у тебя за голова стоит на таком вот дисплее. Ребят, на самом деле, это из моей самой первой поездки, когда первый раз в жизни приехал в Будапешт. В самом центре Будапешта есть сувенирный магазин, который до сих пор открыт и который до сих пор продает вот эти кукольные головы. Два варианта головы. Они достаточно дорогие, вроде бы по 50 евро или что-то около этого. И вот я купил, это, конечно, репродукция винтажной куклы. Она мне очень дорога, потому что я очень, во-первых, люблю Будапешт. И это из моей первой поездки в Венгрию. И она мне стоит как память. И она смотрится очень хорошо вот в этом вот дисплее. Она как сделана под нее. Такой винтаж. И выглядит это все очень-очень клево. Обожаю эту голову. Здесь у меня стоит мой Биарбрик. Внизу он стоит тоже на белом столике от Картель. Потому что мне нравится, когда вот так вот стоят все кучи, они оформлены. И это у меня Биарбрик Yellow Orchestra Limited Edition. Я купил его, я не помню, сколько лет назад. И вот у меня мой единственный такой здоровый Биарбрик. Рядом стоит монстр. Это из японского телевидения, с детской программы. Я не помню, что за тема, но это на самом деле динозавр. И он очень огромный, и вот такой он вот красивый. И вот этого парня, я не помню сейчас, он из... не Frozen, я думаю, он, наверное, из мультика про Рапунцель. Я его купил в Милане, и он настолько красивый, настолько фотогеничный, и он у меня всегда тоже стоит рядом с этими тремя парнями. И вот эти вот лампы, там еще одна, это ананасовые лампы, которые я купил в Осло пару лет назад, и вот они мне дают дополнительное освещение на заднем фоне, и они смотрятся очень красиво. Это с моей первой серебряной кнопкой, которую я получил на своем основном канале, у меня стоит вот такая вот ваза. Это от Дизель, Дизель Ливинг. Кто знает Дизель, они производят одежду, но они еще также производят очень клевые вещи для дома. И вот этот парень, я купил его в Милане, и я одного из них даже разыгрывал. На самом деле не очень дорогой, евро 40 или 50 стоит. И я его покупал, я одного такого разыгрывал, и вот... Один стоит у меня вот около моей кнопки, он выглядит очень клево, и он мне очень-очень нравится. На самом деле это, конечно, ваза, но он мне нравится, как он стоит рядом с кнопкой, смотрится очень классно на самом деле. Это у меня моя кнопка за мой основной канал. Я очень дорожу, кто-то сказал, почему в пластиковом пакете? А я думаю, сейчас это уже стало такой вот темой, пластиковый пакет.
пакет на серебряной кнопке от Ютуба. Все видели мою банку для печенья в виде Микки Мауса. Купил я ее в Disney Store в Милане. Конечно, под печенье я ее никогда не буду использовать, потому что, на самом деле, я не люблю печенье, а если я покупаю печенье, у меня... нет возможности положить ее в эту банку, потому что все печенье съедается моментально. Сзади Микки Мауса у меня стоит вот такая кружка с Дональд Даком, тоже куплена в Disney Store в Милане. Ребят, вот эта резиновая силиконовая шапка, чтобы чай ваш не остывал. Но мне так нравится, как он выглядит. Не хочется использовать его под кофейную кружку. И вот такая вот кружка-утка, Дональд Дак стоит рядом с Микки Маусом и выглядит очень, на самом деле, клево. А это у меня еще два чувака от Medicom. Это репродукция... Это 2009 года сделанный Дональд Дак, но это репродукция, наверное, 64 года классические игрушки Дональд Дак «Космонавт» от Medicom, и это у меня «Космонавт Микки Маус». Вот вроде бы и все, что у меня стоит на заднем фоне. Вот так выглядит моя студия. На самом деле это просто угол в моей спальне. Посмотрите мою первую часть, как с технической точки зрения я снимаю свои видео. И вы поймете немножко больше, как выглядит весь сетап. Вот эти два видео, они как бы дополняют друг друга, потому что там я рассказываю, на что снимаю, как освещаю, как крашу свои видео. А, да. Всем хочется узнать, что за золотые ботильоны. Ребят, на самом деле это лимитка H&M. Кто помнит, какого года эта лимитка? Это была коллаборация с H&M и Анна Деларуссо, ребят. Кто помнит такую коллаборацию? Выглядят они, конечно, шикарно. Здесь у них есть буковка А, что очень так прямо резонирует с моим каналом. И это 37 размера Анна Деларуссо для H&M. Кто не знает, Анна Деларуссо — это editor-in-chief для японского Vogue, но она итальянка, живет в Милане. Она очень экстравагантная дама, и вот это была ее лимитированная коллаборация с H&M. Это вообще, на самом деле, купила моя мама, но она их купила больше для коллекции, потому что она их никогда не носила и носить, наверное, не будет. Поэтому она любит странную обувь, она обожает такого плана обувь, но эту обувь она купила себе для коллекции. У нее одержимость тоже покупать все подряд. Вот такие вот очень сложно сочиненные каблуки. Конечно, это все дорого-богато, но выглядит это все очень классно. Я попросил маму, можно я возьму из твоей коллекции эту пару и поставлю на задний фон. Дополняет ДНК канала, назовем это так. Все, ребят, ответил на вопрос, что за золотые ботильоны на заднем фоне. Вот такой был рум-тур. Потому что вы видите у меня на заднем фоне. Ребят, надеюсь, не разрушил никакой магии. Я сегодня использую совершенно другую линзу, чтобы не было ничего заблурено на заднем фоне, чтобы практически все было в фокусе более-менее. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Спасибо огромное еще раз всем, ребят, за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное спасибо всем нам за создание такого уютного клуба по интересам. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, я вас зарядил позитивной энергией. Еще раз спасибо всем и увидимся завтра, как каждый день. Всем пока!